Ребята, всем привет из города Костанай. Сегодня 8 апреля. Посмотрим сейчас, какой уровень воды в реке Тобол. В городе пробки. Иду я сейчас на большой мост. Посмотрим, там рядом будет маленький мост. Сколько воды я вживую не видел, только видео смотрел. Конечно, страшная картина. Как топит ужасно. Ехали, добирались тоже очень долго. Светофоры не работали. Видите, какая пробка. Аварийная. Первый раз вижу на таких колесах. Все, я уже дошел до большого на моста. Очень много корреспондентов, МЧС. Все, вот я обошел с другой стороны. Смотрите, это большой мост. Сколько лет живу в Костанае. Да, я первый раз в жизни вижу такой уровень воды. Большой мост и расстояние совсем маленькое. Обалдеть. Посмотрим поближе. Течение еще такое мощное, шум воды слышно. Апельсин затопило, это торговый центр, он тоже тут недалеко находится, ну туда дальше прямо надо. Маленького моста вообще не видно, затопило. Потом парк триатлон под водой оказался, теннисный корт там тоже находится, тоже затопило. И вон фонари, там только верхушки видны, ну эти лампы. Какой уровень. Первый раз в жизни такое вижу. На видео, конечно, это не передается. Вода стихия очень сильная, она вообще может все смывать. Вот сегодня вот 8 апреля. Можно еще на большой мост подняться, пройтись. Посмотреть. Пойду сейчас поднимусь на большой мост. Людей, конечно, много приходит, уже снимают. Тут-то тоже вот был пляж. Люди купались. Там все полностью в воде. Сейчас посмотрим с большого моста. Вот где я сейчас был, а сейчас на мосту. Это паводки. Смотрите, какое тут расстояние до воды. И дальше, вот если смотреть туда вдаль, там везде вода и не видно края, где заканчивается вода. Все, я уже практически прошел большой мост. Все, еще обойду, потому что тут дорогу перейти нельзя. Такая тут лестница. Фуд-парк под водой. Обалдеть. А здесь, видите, все мешками позакрывали. Вот это да. Дорога идет, 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 и все. Не подойдешь. Все, перешел я в общий мост. Вот видите, все так вот закрыто мешками. Тут тоже все здания в воде. Да, ребята, вот такая вот здесь картина, конечно. Страшная, да? Сейчас еще пройдусь по эту сторону моста. И налево перейду. А вот там вот видно уже апельсин. Тоже в воде. Школьный автобус, смотрю, едут.
вас с этими колесами. Везде такая машина, конечно, пройдет, да? Это спасательные службы. Вот табличка, это уже выезд, получается, из города. Из Костанай, да? Даже люди вон куда снова зашли. Видео снимают. Там он тоже вдалеке находится база отдыха. Тоже все под водой. И маленького моста не видно, совершенно не видно его. Вот настолько высокий уровень воды. Пойду дальше. Тут вот тротуары были. Тоже все под водой. Вот тут вот находится маленький мост. Но его не видно. А там давно, помню, раньше в детстве воду набирал родниковую. Все, я полностью прошел большой мост. По одной стороне, по другой стороне. Выбирай Алтынсари. Сейчас еще на мохито. Да, попробуем съездить. На река Кабу. Так это все выглядит со стороны. Где вот эти вот деревья, там вот и начинался маленький мостик. Тут вот на набережной тоже, ну вот прогулочные были такие дороги, да, они тоже все под водой. И теперь и только макушки фонарей торчат. Ну и там дальше, соответственно, все в воде. Читал новости, много людей эвакуировали из домов. Ну там-то по-любому все дома будут в воде, да? Там частный сектор идет. И пляж тоже. Да, получается, привозят песок, потом по мешкам. И потом перекрывают. Сколько мешков много. Но туда полиция дальше не пустит. Вот так вот проходят все работы. Пробка здесь, да. Я, конечно, не знаю, но предполагаю, что на Корейский мост закрыт. Это мое предположение. Ну, поэтому тут очень много машин стоят. Все, ребят, приехал, смотрите, это где база отдыха мохито. Тоже все под водой. Тут парк находится еще. Смотрите, там дома прям полностью под водой. Верхушки только видны, крыши все. Тут тоже один дом весь затопленный. Все под водой. Это, в общем, улица Гашика. Сейчас до парка дойду. Посмотрим. Обалдеть, да? Людей, кстати, много. Приезжают. Все в воде. Здесь находится парк. Ну, сейчас пропуск туда запрещен, нельзя заходить. Прессу вижу. Очень много прессы. Целое озеро здесь, в общем. Деревья там тоже все в воде.
тут все уже стоят, дальше не пропустит. Ну там дальше еще один мост идет. То если ехать там на Золотой Фазан, туда, там находится база отдыха. Там он посмотрел уровень воды, да, мост там такое маленькое прям расстояние. Вот так вот посмотрел сегодня паводки своими глазами, да, и вы тоже посмотрели. А это пресса на это на дроне летает, снимает. Ну, опасно заходить уже туда. Вот так. Парк это на 25-летие независимости Республики Казахстан. Тут находится сцена, тоже такие места сидячие. Все, сейчас буду возвращаться. Вот так вот с вами и посмотрели, что творится, да? Ну все, ребят, я пошел, в общем. Нет, я 60-го года.